менеджер ролей или уровни доступа в Elementor Pro, как реализовать. Например, если у вас есть помощник. Меня зовут Федор Васильев, давайте разбирать эту тему. Находится это Elementor менеджер ролей. Но прежде чем мы здесь начнем разбирать, как это работает, нам нужно создать тестового пользователя, протестировать его, как будто бы это у нас помощник. В любом случае, даже если у вас есть человек, который будет вам помогать например, как-то редактировать страницы Elementor и так далее, и вы хотите ему доступ ограничить, чтобы у него не было всех возможностей вообще в целом на WordPress. То есть он, например, не будет видеть главные настройки самого WordPress, вот эти вот. То есть для начала мы переходим в пользователи. Вот это Федор, это я администратор. Вот здесь это видно, что я администратор. И я уже создал тестового пользователя. У него роль редактор. Как создать? Вы нажимаете «Добавить нового». Здесь логин на английским английскими буквами пишите email данного человека и пароль. То есть вот этот пароль сложный, сразу можно скопировать, сохранить его надежный. Автоматически WordPress генерирует. И отправить уведомление на тот email, который вы вот здесь укажете, то есть email самого вашего помощника, ему сразу придет информация об учетной записи. Но не забыть, нужно вот здесь выбрать его редактор. Вот редактор и нажимаем добавить нового пользователя. Все. После этого у вас в менеджер пользователей появится вот тест. То есть вот я зайду, вам покажу. Вот он тест. Редактор. Имя Вася. Вымышленное, да. И ML. И соответственно я буду заходить с другого браузера под учетной записью тестового пользователя, чтобы показать вам разницу. То есть сейчас я авторизован как администратор. Вы видите, что у меня доступны все настройки. Сейчас, в данном случае, если я перейду в Elementor, менеджер ролей, вот это эдитор, это и есть редактор. Если я кликаю, появляется два поля. Давайте их рассмотрим. То есть сейчас никаких дополнительных параметров, вы видите, галочки я не зажимал. То есть для редактора никаких условий нет. Но даже когда вы назначили пользователя редактором, у него уже есть некие ограничения. То есть, например, вот эти настройки, как я уже говорил, он не будет видеть. Сейчас я зашел под тестовым пользователем вы можете это видеть здесь Вася вот он и он уже вот здесь вот видит ограниченные настройки то есть инструменты профиль он не видит многочисленных вот сейчас я как администратор вам показываю не видит многих параметров соответственно когда мы только назначили ему роль редактор и больше ничего не сделали посмотрим что доступно у него страницы видим что он может редактировать элементар Страница, да, заходим сюда. Он может видеть все плагины, какие есть в Elementor. Естественно, он может редактировать текст и все, что на этой странице. Для этого как бы мы и позвали нашего помощника, да, чтобы он а, какие-то делал дополнительные работы на сайте. Теперь я возвращаюсь в админку как администратор и зажимаю вот эту птичку. Эта птичка обозначает доступ только для редактирования контента. Ставим птичку и нажимаем «Сохранить изменения». Возвращаемся в режим редактирования как тестовый пользователь. Я обновляю страницу. И вы видите, что происходит. Доступ как бы ограничивается еще больше. То есть этот редактор, он не может добавить плагинов. Вот вы видите, я перехожу назад. Я не вижу плагинов. В общем, уже есть некие ограничения. да. Но редактировать он может при этом. Вот вы видите, обновить, просто редактирование страницы возможность есть. То есть человек а, может заходить, значит страницы. Вот он редактировать, в Elementor ссылка есть. Что если в какой-то момент нам нужно закрыть доступ вообще для редактирования? Смотрите, я захожу в эдитор, нет доступа к редактированию. Если ставлю птичку, то нижняя птичка она становится неактивной и здесь у нас подписывается роль исключена. Сохранить изменения. Посмотрим, как это повлияет на аккаунт нашего помощника. Перехожу в помощник. Смотрите, есть ссылка редактировать Elementor. Но если я обновлю сейчас страницу с новыми изменениями, вы видите: я навожу с мышку на пункт, и это нас ограничивает именно редактировать страницы Elementor. То есть уже не можем редактировать. Можем зайти только в страницу. Кнопки Elementor мы не видим, то есть мы не можем, как бы. То есть, еще у нас урезались возможности. То есть до минимальных. Вот так вот работает менеджер ролей в Elementor. Если вас заинтересовал плагин Elementor Pro, вы можете приобрести его по удобной ссылке, которую я расположил в описании под этим видео. Также все полезные ссылки вы найдете под данным роликом. Увидимся в следующем видео.